Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Мажилисмены просят повысить цены на электронные сигареты. По их словам, это отобьет желание у молодежи от этой вредной привычки. Но критики полагают, что подростки не перестанут курить. Просто компании, продающие электронные сигареты, станут еще богаче. Депутатский запрос был написан по обращениям от родительской общественности о запрете массового распространения электронных сигарет, известных среди школьников под названием вейп. С 2021 года Минздрав поднимает вопрос о запрете оборота вейпов. К сожалению, этот вопрос все еще остается открытым. По словам экспертов, в области здравоохранения электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Электронные сигареты заставляют легкие человека гноиться. Из-за неконтролируемой продажи электронных табачных изделий вейп продается во всех торговых точках, а также по доступным ценам через соцсети. Цена в среднем не превышает 2000 тенге. По данным Минфина, рынок электронных сигарет с 2020 по 2022 год вырос почти в 300 раз. Всего за указанные годы было завезено 3 миллиона штук электронных сигарет на сумму в 10 миллионов долларов. Причем товар не подакцизный. Это означает, что в госбюджет не поступили акцизные поступления от этой продукции. Что же предлагают депутаты? Первый путь практически их полностью их запретить. Но мы понимаем, что при полном запрете будут опять-таки контрабанда и так далее, и много-много, скажем так, этих вейпов будут приходить, и налоги не будут с них платиться. Есть второй вариант, это сделать вот эти вейпы недоступными для детей, для подростков. Каким образом? То есть повысить, да, повысить акциз, раз, два, уровень ответственности за продажу детям, подросткам. По словам депутатов, электронные сигареты привлекают детей и молодежь своей внешностью и ароматами. Согласно результатам исследования, потребление электронных сигарет среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет увеличилось в 3 раза за 4 года. Зависимость от электронных сигарет является одним из факторов, побуждающих детей и молодежь совершать преступления. Как следствие, в учебных заведениях набирает обороты буллинг среди школьников и студентов, полагают депутаты. И главное, в стране ежегодно от курения умирает около 18 тысяч человек. Боржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Увеличить местное содержание и внедрить новые технологии в машиностроении. Такие приоритеты были обозначены на форуме машиностроителей Казахстана. Поднимали тут вопросы экспорта отечественной продукции и проблемные моменты отрасли. Новая диалоговая площадка в виде форума способна решить насущные проблемы машиностроения, уверены участники мероприятия. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4%, а по итогам 4 месяцев этого года – 36%. При этом спрос рынка машиностроительной продукции оценивается в 23 миллиарда долларов, из которых всего 3 с небольшим миллиарда обеспечивается отечественным производством. Поэтому перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрение новых технологий, увеличение местного содержания и продвижение экспорта. Наши предприятия должны обеспечивать сырьем прежде всего внутренних переработчиков, и для этого заключили уже 25 соглашений с крупными металлургическими предприятиями на переработку алюминия, меди и свинца. Мы будем дальше расширять виды сырья, которые будут перерабатываться внутри страны. При этом сырье дается переработчикам по биржевой цене минус 5%. На текущий год мы планируем дать субсидии малому и среднему бизнесу в обрабатывающей промышленности по более чем 12 тысячам банковских займов, проектов на сумму порядка 520 миллиардов тенге. Отрасли дали 30 миллиардов тенге из бюджета на возведение малых промышленных зон, чтобы бизнес мог получить готовые производственные площадки. Эта программа будет расширяться во всех регионах. И, к слову, в прошлом году количество субъектов МСБ увеличилось на 22% в этой отрасли. Занятость выросла на 3,9%, и отдельным вопросом является льготное финансирование инвест-проектов. На обрабатывающую промышленность уже предусмотрели 500 миллиардов тенге, и основные заявки пришлись как раз на машиностроение. Уже одобрены проекты более чем на 200 миллиардов тенге. В этом году объем выделяемых денег увеличится до триллиона тенге, это 9% годовых по льготному кредитованию, что очень даже неплохо в нынешних условиях, подчеркнул премьер. Кроме того, у нас в стране сейчас действует соглашение о промышленной сборке, в соответствии с которым
производители освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Эта мера касается сельхозмашиностроителей, сельхозтехнику и автомобилестроения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы также добавить эту меру и для производителей бытовой техники освобождение НДС сроком на 5 лет. Есть еще приятные для производителей отрасли меры НДС методом зачета. То есть, когда компания импортирует комплектующие и оборудование, они освобождаются от налога на добавленную стоимость. Это удешевляет себестоимость производства, и раньше эта норма работала в отношении 4 товарных групп. Теперь их расширили до 10, и действует она до 2024 года. Есть возможность продления. Еще возмещается до 40% затрат на внедрение цифровизации в сфере. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК. 42. Демпартия АКЖОЛ обвинила Мининдустрии в бездействии в развитии нефтегазового машиностроения. В политической программе партии особое место отводится изменению уклада национальной экономики, развитию технологических отраслей и уходу нашей страны от сырьевой зависимости. Считаем, что важную роль в этом процессе должны были сыграть ведущие иностранные инвесторы, эксплуатирующие крупнейшие месторождения Казахстана, заявил депутат Перуашев. По словам Перуашева, еще 3 года назад под давлением бизнес-сообщества и Кабмина ведущие нефтегазовые консорциумы создали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Ожидалось, что благодаря этому центру в Казахстане будут созданы как минимум 10 новых крупных производств по выпуску нефтегазового оборудования. Но вопреки ожиданиям, работа центра за 3 года никак не повлекла к увеличению контрактов иностранных инвесторов с местными компаниями. Ни о каких 10 новых крупных предприятиях, ни о каком совместном производстве или передаче лицензии вообще ничего не известно. То есть казахстанский бизнес снова поманили морковкой, а по факту гора родила мышь, заявил Перуашев. Ни один иностранный инвестор, вывозящий казахстанский нефть и газ, не построил в республике ни одного МПЗ, не привлек ни одного мирового производителя для создания СП с казахстанским бизнесом по производству техники. По данным Союза машиностроителей, недропользователи ежегодно тратят на импорт нефтегазового оборудования до 2 миллиардов долларов США или почти триллион тенге, а в целом ими импортируется продукция порядка 8 триллионов тенге в год. Хотя многое из этого могло бы производиться отечественными заводами. Это и рабочие места, и налоги, и технологическое развитие экономики. Правда, Минэнергетики при обсуждении наших поправок в Кодекс о недрах, напротив, считает, что вклад инвесторов, распродающих природные богатства Казахстана, должен ограничиться налогами. А норма Конституции о принадлежности недр Казахстана, народу Казахстана, по их мнению, ничего не меняет. Рассмотреть вопрос о нецелесообразности продления соглашений о разделе продукции с указанными нефтегазовыми консорциумами, как не соответствующих Конституции и не отвечающих нашим национальным интересам. По словам депутата Перуашева, налоги платит каждый предприниматель от магазинчика или СТО, даже если они принадлежат ему самому. А тут речь идет об эксплуатации крупнейших месторождений, принадлежащих народу. Демпартия АКЖОЛ уверена, что вклад сырьевых гигантов должен не ограничиваться налогами, а выражаться в изменении структуры экономики, содействии обрабатывающим производствам, передаче казахстанским партнерам технологий на используемое оборудование. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро, ТДК 42. В Актобе разгорелся скандал. Тем, кто спасал город от паводков, до сих пор не заплатили за работу. К работам по откачке воды привлекли более 100 спецмашин, но расплатиться за услуги осенизаторов в Акимате не спешат. Люди второй месяц ждут обещанные деньги. В ситуации разбиралась Лейла Уесова. По словам водителей осенизаторских машин, в марте к ним обратился за помощью заместитель акима области Мавр Абдуллин. Чиновник попросил срочно приступить к откачке талой воды и пообещал, что за каждый выполненный рейс им хорошо заплатят. В среднем от 3,5 до 7 тысяч тенге за час работы. Всего к борьбе с потопом привлекли больше 100 спецмашин. Сам противопаводковый штаб и подрядчики не справлялись с возросшей нагрузкой. В общей сложности предпринимателям задолжали 74 миллиона тенге. Мы согласились помочь. У нас семьи, кредиты, долги. Никто из нас не получил свои деньги. Каждый день обещают: завтра ждите, сколько можно. Мы на свои заправлялись, покупали запчасти. Лично мне должны 700 тысяч тенге. Договор с нами заключили, мы предоставили им видео, фотоотчет. Но в акимате молчат. 2 раза приходили уже, устали от пустых обещаний.
По словам чиновников, причиной задержки стало то, что бюджет на противопаводковые мероприятия не был утвержден депутатами местного маслихата. Документы подписали только на прошлой неделе. Рассчитаться с водителями теперь обещают в ближайшее время. В отделе ЖКХ заверили, что деньги уже начали перечислять. На сегодняшний день оплатили 50% и осталось у нас около 74 миллиона, и мы планируем уже на следующей неделе оплатить полностью. Как вы знаете, у нас из-за сессии мы не смогли передвинуть денежные средства. После переговоров в акимате водители попросили подождать до 20 мая. Если к этому сроку деньги не выплатят, люди намерены вновь прийти к акимату. Лейла Осева, Жумарт Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. Уральские пожарные предотвратили возгорание в одной из квартир города. Как стало известно, 11 мая текущего года в 18:10 поступил сигнал о пожаре по адресу 1-й завокзальный тупик 61. По прибытию на место установлено, что тлеют деревянные полы и напольное покрытие. На месте работали 9 человек личного состава ДЧС и 3 единицы техники. Пожарные оперативно эвакуировали 9 человек, из которых 2 детей. Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 18:40. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочной работы. На виновное лицо будет составлен административный протокол по части 1 статьи 460 УАП Республики Казахстан. Предупреждение. В Уральске сотрудниками пожарной службы совместно с представителями дорожной полиции был проведен рейд «Уступи дорогу спецтехнике». В течение нескольких часов пожарный автомобиль с проблесковыми сигналами разъезжал по городу, призывая водителей выполнить одно из главных требований правил дорожного движения – пропустить спецавтотранспорт. Как водители реагировали на машину экстренных служб, расскажет наш корреспондент. В последнее время мы зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда участники дорожного движения игнорируют или не хотят пропускать пожарные машины с включенными маяками, сиреной, когда дорога каждая секунда. По словам сотрудников пожарной службы, чтобы спасти чью-то жизнь, приходится тратить время на дороге, где несознательные водители мешают проезду автомашины. Проведенное мероприятие называется «Уступи дорогу». Оно проводится для профилактики, чтобы в целях, чтобы жители города больше относились с уважением к автотехнике, которая движется по дорогам города. Ведь данная техника очень массивная и тяжело передвигаться на самом деле по городу. Нередко, когда в случае пожара происходят действительно очень важные минуты, теряются пути следования, где лишние минуты могут потребоваться при тушении, ликвидации пожара и спасении жизни и имущества людей. Маршрут проходил по самым оживленным дорогам города. В результате проведенного рейда были выявлены и нарушения правил дорожного движения, где сотрудниками дорожной полиции на месте были составлены административные протоколы в отношении автовладельцев. Батальон патрульной полиции тоже участвовал в данном мероприятии. Нами было также выявлено нарушители, которые не пропускали транспортные средства. В отношении них было составлено административный протокол по статье 598 части 1 УАП РК. Но большинство водителей нашего города знают правила дорожного движения и пропускали спецмашины. Я Арине Минжолвен. Да, конечно, я всегда уступаю дорогу специальной технике, ведь они спасают человеческие жизни. Отметим, что такие профилактические рейды напоминают об ответственности, которую несут водители. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области растет преступность среди подростков. Так, несмотря на принимаемые меры, по итогам 4 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось с 34 до 48 фактов. В целях улучшения оперативной обстановки и предотвращения преступлений на территории области проведено 6 ОПМ, 2 акции и 268 локальных отработок. В учебных заведениях проведено 1596 бесед и лекций. Кроме этого, полицейскими пресечено 2362 административных правонарушения. Из 48 преступлений 42 преступления имеют имущественный характер. Это в том числе 20 краж, 6 грабежей, 1 мелкое хищение, 15 мошенничеств.
По итогам 4 месяцев наблюдается рост преступления, совершенного в отношении несовершеннолетних. Это с 33 до 39 фактов. Кроме того, на территории области было совершено 2 вымогательства. В Алматы ведутся работы по механической очистке русел рек. Мы уже рассказывали в марте о начале механической очистки озер Сайран, Карасу и Аэропортовская. Для осушения дна было приостановлено течение русел, рек и водоемов. Это не только приведение городского хозяйства и рек в порядок, но и забота об экологии. Впервые за последние полвека проводится механическая очистка водохранилища Сайран или озера, как называют его местные. Это февральские кадры, когда мы рассказывали, как люди бережно очищают Сайран, стараясь не затронуть при этом флору и фауну. Ведь это уникальная экосистема, а на разработку ПСД для очистки алматинцы ждали больше 3 лет. Сейчас уже в мае говорят, что скоро работы завершатся. В очистке берегов и русла от мусора и ила были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов, проектная площадь работ составила 60 гектар. С начала текущего года на озере водохранилище Сайран проводится работа по механической очистке. Данная работа вызвана тем, что такого типа работы давно не проводились, более 30 лет. Уже собрались большие донные отложения, которые мешают, естественно, фильтрации воды, из-за чего происходит застой воды и так далее, Все сопутствующие отсюда это. За этот период вывезли 142 тысячи кубических метров илы и донных отложений. Работы идут уже к завершению. Причина очистки? Еще 3 года назад от населения поступали различные жалобы. Это и плохой запах с озера, люди болели. В прошлом году мы 2 раза заполняли озеро водой. Тогда уже после наполнения оказалось, что там завелись черви. Мы спустили воду, а в этом году начали уже механическую очистку озера. Закончить работы и по другим рекам мегаполиса, и всего на территории Алматы протекает 109 водотоков. Из них 49 крупных рек протяженностью 447 километров, сообщили в пресс-службе акимата. За последние годы берегоукрепительные работы проведены на 206 километрах вдоль городских рек. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42. С концертной программой и продукцией собственного производства выступили жители района Бытерек Западно-Казахстанской области. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля народного творчества, в котором приняли участие жители района Бытерек, других районов, а также руководство Западно-Казахстанской области. Проведение фестиваля народного творчества «Уральский» стало традиционным. В этот раз участие в фестивале приняли представители района Бытерек. Гостям они продемонстрировали продукцию собственного производства. Люди, которые получили гранты, они все представили свои продукции. Также мы от нашего района представлена выставка именно книг, которые выпустились именно касательно нашего района по истории, по художественным моментам. Также были исполнены творческие номера. Здесь же развернулась книжная выставка, где продемонстрировали литературу из фонда районной библиотеки. Здесь мы представляем литературу об известных личностях нашего района. История, экология, природа, культура. Также писатели нашего района. Знаменитые люди, герои Советского Союза, герои социалистического труда, известные памятники, парки, культурные отдыхи, где проходит наш район. В завершении вечера глава района Марат Тукжанов поздравил жителей Бытерека с праздником и вручил цветы от имени акима области. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асубек Абекенов, ТДК 42. В Уральске открылся сезон фонтанов. В настоящее время на территории города имеются 25 объектов, 22 из которых уже начали функционировать. Почему не все фонтаны начали свою работу, узнавал наш корреспондент. Фонтаны занимают особое место в досуге жителей Уральска в жаркие дни. Фонтан по проспекту Назарбаева является одним из самых популярных и любимых в городе. В настоящее время на территории города в 12 местах имеется 25 фонтанов. Из них на 14 фонтанах в прошлом году были проведены ремонтные работы. После выполнения капитальных ремонтов в настоящее время у нас есть организация, которая обслуживает данные фонтаны, это организация, которая содерживает. Кроме того, сообщаем, что в настоящее время остальные все фонтаны уже с 1 мая работают. Во время подготовки работы фонтанов выяснилось, что 3 из них, которые прошли капитальный ремонт, в прошлом году оказались в нерабочем состоянии по нескольким причинам. Отдел ЖКХ через судебные органы обязал генерального подрядчика, который выполнял данные капитальные работы, устранить нарушения в рамках гарантийного обязательства. Конечно, хотелось бы, чтобы по городу было больше таких фонтанов, музыкальных, красивых.
потому что приходишь и отдыхаешь, и детям нравится. Мы живем здесь неподалеку. Каждый вечер приходим с дочерью погулять здесь. Очень хорошо, что в нашем городе так много красивых фонтанов. В настоящее время фонтаны в городе работают в штатном режиме, но фонтаны в районе Рымзавода, а также в сфере Лермонтова и Пушкина заработают только с 1 июня. Дана Киримбаева, Айбулат Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске в Центре детского творчества «Шабыт» состоялся областной семинар на тему «Лагерь. Качественный и безопасный летний отдых». Участники семинара обсудили общие подходы при организации летних лагерей и соблюдении санитарного законодательства и другие вопросы. Подробнее расскажет наш корреспондент. Совсем скоро наступит лето, пора отдыха и беззаботности для школьников, но очень часто чрезмерная свобода приносит массу забот родителям. На областном семинаре представители районных и городского отдела образования, вожатые летних лагерей, сотрудники полиции и ДЧС рассмотрели так называемые подводные камни, которые могут встретиться в период летнего отдыха. Сегодня мы собрались на большой семинар по именно летнему отдыху детей. В этом году, в 2023 году, я являюсь директором Дома детского творчества Теректинского района. На нашем балансе есть лагерь «Жасулан», который находится на озере Чалкар, это в Теректинском районе. А в этом году мы планируем принять 300 детей. Это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, из многодетных семей. Также есть дети-призеры. Детский отдых – задача, требующая полной отдачи и ответственности не только органов образования, но и законных представителей несовершеннолетних. Ведь детям нужно обеспечить безопасные и комфортные условия проведения каникул. Инспекторы ювенальной полиции отметили, что в мае месяце во всех школах области будут проведены родительские собрания о правилах поведения на дорогах и воде. В данном вопросе мы рассматриваем дети, которые будут отдыхать в летний период. То есть это безопасность детей, чтобы не было, как говорится, отравления. То есть все рабочие вопросы в данном семинаре мы сегодня уже рассматриваем. По нашей линии мы будем проводить безопасность детей, то есть безопасность детей в лагерях. У нас будут выставляться наши наряды, то есть сотрудники полиции будут дежурить, учителя и медицинский персонал. Также для безопасности перевозки детей, охраны общественного порядка в детских лагерях и зонах отдыха, недопущения совершения преступлений несовершеннолетними, а также в отношении них сотрудниками местной полицейской службы будет обеспечено сопровождение детей к местам отдыха. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Обзор главных событий за уходящую неделю смотрите в воскресенье в программе «Итоги недели» вместе с Гульнарой Умаровой. Еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на наших страницах, в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамолл» на первом этаже.